10 лет жители большого села Дмитриево-Помрязкино в Старомаинском районе ждали открытия нового дома культуры. Все это время творческие коллективы занимались на базе школы. В скором времени 1300 сельчан наконец получат новый современный культурный центр для занятия музыкой, фотографией, актерским искусством и спортом. Центр культуры нам необходим. Мы очень благодарны всем руководству Старомаинского района, областному руководству за то, что они пошли нам навстречу и начали строительство нового сельского дома культуры. Все эти 10 лет нам помогало руководство нашей школы. Нам выделяли кабинеты в школе. Мы занимались все эти годы. Почему? Потому что без культуры жизнь человеческая просто невозможна. Новый клуб сможет вместить около 100 человек. Планируется, что после открытия в ДК появится креативный центр для подростков и молодежи, центр активного долголетия, вокальная студия для детей и взрослых, драматический кружок, библиотека и тренажерный зал. Были внесены денежные средства на приобретение сразу для этого клуба необходимого технологического оборудования и мебели. Также территория будет благоустроена, проектом это предусмотрено, поэтому мы здесь получим новый современный объект учреждения культуры. Клуб будет представлять собой одноэтажное здание, выполненное по типовому проекту. Площадь застройки составляет 472 квадратных метра. Готовность учреждения на данный момент составляет 35%. Как сообщают строители, все работы планируют завершить в срок. На данном этапе сейчас возводятся стены, выкладываются фронтоны из кирпичей для монтажа кровли. Параллельно ведется у нас планировка, то есть благоустройство. Закопали уже воду, коммуникации провели. На днях заходят электрики проводить электричество по всему зданию. Потом будут проходить штукатурка, полы. Строительство объекта ведется по национальному проекту «Культура», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Общий объем инвестиций составил более 28 миллионов рублей, из которых порядка 23 миллионов рублей – федеральные средства. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.